В начале о главном событии выходных. Страна сегодня отмечает День России. В Оренбурге праздничные мероприятия начались с пятницы и продлятся до вторника. В городе организованы бесплатные мастер-классы, открыты двери музеев, а на площадках и в парках звучат музыкальные композиции местных исполнителей. Что в праздничный день своей стране хотят пожелать оренбуржцы, сегодня решили узнать наши корреспонденты. Всего хорошего, заработков, здоровья, чтобы было все. В своей стране мудрого правительства. Такого правительства, которое к народу в первую очередь относится честно. Подъема, чтобы мы свои заводы налаживали, свое производство и налаживали внутреннюю политику страны. Стабильности мира. Стабильности в чем? Во всем. В экономике, в политике. Здоровья всем, благополучия. Да. Войны, чтобы не было, самое главное.